ситуации зрителей российского чемпионата возникают, но забыли об этом. Атака Реала, Горка выскакивает, пенальти. 13-я минута и пенальти. Горка зарабатывает желтую карточку. И минуты не прошло, как отличился в кавычках Гурпеги. Пустит, а Кака готовится забить гол. Смотрим, произойдет ли это. Разбег. 1-0. Мадридский Реал выходит вперед на 14-й минуте игры, гостевой игры против Атлетика из Бильбао. Претензии по поводу этого гола футболисты Атлетика и главный тренер, конечно же, могут предъявить своему вратарю, поскольку Горка спалил в том эпизоде, в котором это делалось. Третий гол Кака в Ла Лиге, человек, у которого не складывается сезон, человек, которого могут продать в следующем, уже ближайшим летом. Может быть, его продадут в Казанский Рубин, как говорил нам с газета «Марка» вот несколько месяцев назад. Который в Гурпеге внес в эту команду, судя по всему, поскольку очень так он любил в игровых эпизодах себя вести в первом тайме. Ну вот, Атлетика это подвело. Ну что, болеем за Горку, чтобы он отбил этот пенальти и сохранил он 3 гол матча. Замолкаем и смотрим. 2-0! Горка не помог, а Кака забил 2-й гол в этом матче. И 4-й гол в нынешнем чемпионате Испании. В развалочку спокойно, размеренно. Второй, ну не второй, а полуторный состав Реала, назовем его так, добивается успеха в этой игре. 54 минуты больше времени в атаке проводит Атлетик. Но, кстати, чуть-чуть не хватило Горки, чтобы этот мяч отбить. По центру был удар и не успел поднять правую ногу Горка, чтобы подставить Чинчунова. Как пытался Атлетик атаковать через левый край, так и продолжал. Ну, через навес Вера. Это опасный момент. Криштиану Роналду. 3-0! 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. 4 гола в 2 матчах в этом сезоне забивает Криштиану Роналду в ворота Атлетика. Разные такие голы с Марсело. Кстати, Пепе вездесущий. Он не только не успевает отбирать быстрее всех, но и успевает поздравлять быстрее всех. Так получилось, что оказывается ближе всех партнерам. 28 голов забил Криштиану Роналду в этом году. И получается, что он выходит вперед в списке бомбардиров, опережая на 1 мяч Лионеля Месси. Лионеля Месси, напомним. 27 голов. Смотрим налево. Ну, и Райола стал часто ходить вперед, поэтому правый фланг обороны провалился у Атлетика из Бильбао. Никого там не было. И никакого труда не заставило Криштиану Роналду, чтобы замахивал брать Сан-Хосе, пришедшего страховать направо. И спокойненько как мяч. Горка.